Утро в Петербурге продолжается. Накануне в атриуме главного штаба Государственного Эрмитажа состоялась церемония награждения за заслуги в культуре и искусстве. Она была приурочена ко Дню работника культуры. На творческом вечере были отмечены члены известных петербургских династий. Ну а нам же особенно приятно сообщить, что медаль за заслуги в культуре и искусстве получила заместитель генерального директора по производству тематических программ и специальных проектов телеканала «Санкт-Петербург» Ольга Разина, чьими руками были созданы и реализуются десятки программ и телемарафонов. День Эрмитажа, 125-летие Русского музея, Гавриилу Державину, поэту и министру и многие другие. Каждый проект становится культурным событием, всегда собирает плеяду звезд от мира искусства и расширяет творческие горизонты телевизионного мастерства. Мы от всей души поздравляем Ольгу Александровну с заслуженной наградой. Что такое медиа, это на самом деле большой научный вопрос. Но я считаю, что в телевидении тоже есть нечто от искусства, ну, по крайней мере, от художественного высказывания. И, конечно, для меня большая честь, такое доверие, потому что именно мы, как медиа, должны расшифровывать смыслы, которые формируют люди культуры, высокой культуры, высокого искусства и стараться донести эти смыслы до максимально широкой аудитории.